Несколькими ударами с ноги, переведя соперника в партер, ударом с колена противник оказался нокдауне. Единогласным решением судей Рахим победил в этой финальной схватке с бразильцем. На чемпионате, проходившем в Кисловодске, съехались бойцы из 15 стран мира. Рахим вернулся чемпионом весовой категории до 42 кг. Самый тяжелый соперник был первый азербайджанец, но я делал ему решающий. А второй соперник был Абхазии, я победил досрочно. Пока многие его ровесники проводили время в играх и развлечениях, Рахим Кантышев с 4 лет открыл для себя вольную борьбу и завоевал немало достижений. Следующей ступенью стали смешанные единоборства, вид спорта, как оказалось, близкий по духу ингурской молодежи. Привлек он и Рахима. Наблюдая за выступлением ингурских бойцов, спортсмен твердо для себя решил, станет чемпионом. Почти год Рахим занимается в бойцовском клубе «Панчер» под руководством тренера Ислама Ахильгова. И за 9 месяцев успел завоевать немало медалей на турнирах. Последнее достижение недели – победа на чемпионате мира по полноконтактному рукопашному бою. С 4 до 12 лет я занимался борьбой. За то, что я видел разные ролики в телевизоре, я прошел М1. По стопам старшего брата решил пойти и Расул. По итогам прошедших соревнований, бронзовый призер мирового чемпионата по полноконтактному рукопашному бою. Я раньше занимался борьбой 1 год. Мой старший брат приехал на М1, я взял его пример, и мы поехали в Кубок мира. Я стал бронзовым призером. По воле Всевышнего будем готовиться, сейчас готовимся на чемпионат Азии. Рахим у нас прошел уже отбор. Отец горд своими сыновьями, которые добились успеха в спорте за столь короткий срок. Но главная заслуга в этом принадлежит тренерскому составу, отмечает Салмхан. Многого добились, во многих соревнованиях участвовали. И, как видите, сегодня благодаря их тренерам вот такой результат и завоевали этот титул чемпиона мира. На этом братья не будут останавливаться. Совсем скоро стартует чемпионат Азии, который пройдет в Казахстане. К очередным соревнованиям спортсмены настроены подготовиться на отлично. Саид Куштов, Султан Булгучев, Новости 24.